Как сварить лапшу из курицы. После того, как разморозили и промыли куры, кидаем в кипящую воду. И варим полчаса. Нужно снять накипь тоже. Затем солим по вкусу. И в конце засыпаем вермишель на 2,5 литра жидкости, 2 горсти вермишели. Засыпаем 2 горсти вермишели и помешиваем. И варим вермишель 4-5 минут.